Вот так началось утро пятницы у жителей дома 30 на улице Черняховского. Клубы дыма, которые выходили из подъезда и открытых окон пятиэтажки, взбудоражили всю улицу. Я пошла к маме, у меня мама здесь живет, захожу, этот дым и огонь даже видно. Я сразу звонить, я сразу-то не вызвала, меня брат вызвал. Мне сразу испуг, уже не в первый раз такое разговаривает. Было один раз ночью в подвале прям, и приезжали тоже пожарные, все ломали. Ну, проблемный дом. Живут бомжи. Ну, очень страшно. Каждый раз жить, каждый раз проснешься и не знаешь, чего ожидать. На место ЧП прибыло 5 единиц пожарной техники и 18 единиц личного состава. Многие жители самостоятельно не смогли выбраться, как Ирина Калашникова. На выручку к ней пришли сотрудники МЧС. И, конечно, без медицинской помощи не обошлось. У меня началась истерика. И потом я еще в обморок еще упала. Потом снова поднялась. И все-таки пожарные зашли, и меня на руках вынесли. Огнеборцам удалось потушить возгорание. Прямо на входе в подъезд пожарные обнаружили гору горящего мусора. Сейчас мы находимся в доме на Черняховского, 30, после пожара. Как вы видите, одна часть подъезда просто завалена мусором. Жильцы устроили здесь буквально свалку. Видимо, до мусорного бака донести далеко. Так вот, именно это и стало причиной большого пожара. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. К счастью, пострадавших в этом пожаре не было. Пожар ликвидирован в 10 часов 24 минуты. В ходе тушения пожара силами 9-й пожарно-спасательной части при помощи спасустройства выведен на воздух один человек. Пожары в домах такого типа всегда опасны. Напоминаем жителям, чтобы не складировали мусор и бытовые вещи в местах общего пользования. Валерия Галакова, Никита Игнатьев. Наши новости.